На днях в детской художественной школе имени народного художника Николая Вичкина вспоминали Николая Дмитриевича Маякова, новошахтинца, ветерана Великой Отечественной войны, члена Союза художников России. В эти дни отмечается столетие со дня рождения художника. Школьники познакомились с биографией и творчеством Николая Маякова, посмотрели слайды с иллюстрациями его картин. Николай Дмитриевич Маяков родился 27 ноября 1919 года в городе Обоянь Курской губернии в многодетной семье. С детства любил рисовать. Способного ученика заметил преподаватель рисования и посоветовал ему поступить в художественное училище. На четвертом курсе Орловского художественного училища Николай Маяков был призван в армию. А в 41 году началась Великая Отечественная война, которую он прошел от начала и до конца. Художественное училище он окончил уже после войны, в 1949 году, и стал работать преподавателем рисования в городе Новошахтинске. За 50 лет творческой деятельности Николай Дмитриевич создал более 300 полотен. Его картины разнообразны по жанрам – батальная живопись, портреты, пейзажи, натюрморты. Многие работы хранятся в Тамбовской областной картинной галерее. Некоторые подлинники картин есть в детской художественной школе Новошахтинска.